тебе судьба сначала всегда подсовывает плохой вариант или похуже, чтобы потом тебе дать хороший вариант, то есть тебя подготавливает всегда так. Тебя подкидывает на сначала контрасте, что-то такое. Чтобы ты это мог осознать. Да. Что-то такое более-менее подкидывает, и потом раз тебе, ты вот только начинаешь разочаровываться, и тебе раз такой дают прям то, что тебе надо. У меня такое много раз было. Всегда перед, допустим, женщиной, которой ты кажется, что она действительно стоящая, перед ней всегда есть на какой-то промежуток времени что-то такое среднее, непонятное. Практически всегда. Главное понять, что она лишь стоит на пороге. Да, что это лишь часть, что это тебя специально готовит. Да. Прикольно так девушке говорить, да, такой? Ты всегда лишь была подготовительным этапом. Нет, прикольно это осознавать и говорить всегда. Ничего, вот скоро мы с тобой расстанемся, и вот тогда я встречу ту самую. Ничего, что я плохо готовлю? Ничего. Зато вот я потом встречу ту, которая готовит, как я хочу. Не переживай.